Она что такое? Я сейчас скажу, тебя, говорит, прибьют. Она раз такая, стоит такая, и такая, ну как, опешила такая. Такого, говорит, быть не может. Он говорит, такого, говорит, я скажу, что ты будешь это, принцессой, вот так и так, короче. А она, а вы кто? А я голова этой, я ну, голова этой сети, короче. Я говорю, очень большая шишка, вот так и так. Она говорит, а полиция? А мне по полиции говорит, ну как? По боку, короче. Они спрашивают меня. Вот. Я говорю, а почему так? Ну, такая штука была. И для, короче, начальник полиции. Подходит к нему, а он того арестовать, можно или нет? Он того может, того говорит нет. Типа, что арестовать, того нет. Вот так и получается. Это. Ну, он был очень большая шишка, но там денег было. Ух ты! Он, короче, открыл этот, как это называется, в банке. А там же как, заходит, как это, кондера, там много кондеров, открывать. Он там 5 или 6 миллионов, наверное. И как, доллары дашь? Доллары лежат. И такие, ну как, слитки, ну как они слитки, золото. Это 2 и 3 эти ячейки. Золото. Он там денег был, он был богатый, там, ну, у него жена была, 3 дочки было у него, все такие богатые, все такие жить, жить там. Вот. И пока дочка идет, Эдик, я удивился. Такая шапа красивая. Этот, такой, как называется, этот, штука такая большая. Вот. Ну, красиво это сделано. Такие, тут два перстня. Потом что-то не часы, а такой какой-то браслет, типа там вот такой, тут тоже такой одет. Вот. И потом, ну как на пояс, типа как и мешок, типа как золото, типа того сделано. Красиво так. Вот идет, младшая дочка идет. Дочке всего лет так 16-17 дочки. Вот такая штука. А я говорю, мол, начальник мафиози, короче, у меня все до одного места. Ну там, короче, они. И какая штука? Они уже хорошо держат власть. И у них как своя секта, ну как, свой район. Ну, чужая он не лез, там кто-то, мы его убежим могут взять, а в своем он держит все нормально. И все к нему общаются, кажется, почему он дает уже согласие. Так, короче. Вот так вот. И вначале полиции пришло, там шишка там, типа как генерал-майор, типа того. У него спрашивают, кого взять, кого нет. Я удивился, генерал-майор спрашивал. Вот так вот. Нормально получается. Ну, да, друзья, сейчас скажу тебя, говорит, убьют, скажу тебя, когда, ну. Сейчас, налез. Раз. Спасибо, Джон. Да, вот холодно как снизу, и вот штаны еще сыроватые, и насморк начался. Надо проверять там периодически. Камера работает, не работает, она может вырубаться. Работает? Ну, я имею в виду, закончится аккумулятор. Ну, там работает? Ну, пока работает, да. А, отлично, Джон, отлично. А вот ты еще знаешь, как про секту? А, Джон, можно я еще скажу? Отсюда дует капец. Дует, да? Ага, вот отсюда. Ого! Холодно, идем, сильно холодно. Ага. Видите, которые... Ух ты как. А, еще. Я когда вышел копать снег, да? Там какая штука, смотри, вот смотри, идет как, опа, прям лицо. Короче, как смотри, и как идет стена, да, смотри, вот избушки. И снег, смотри, как снег лежит, вот так вот снег лежит. Вот так, короче, избушки снегом не присыпали нисколько. Вот так, идут, и все в избушку, и, короче, в избушке холодно почему-то. Да, наверное, на ночь будет присыпать. Я потом покопаю, я присыплю, саму избушку присыплю я. Вот так. Снизу вообще дует сильно. Ну, дует сильно, вон туда. Раньше не было такого. Не было такого. Ну, потому что присыпаем это ага. Место. Нормально получается. Мигу сидер пыр так есть. А, Джон, еще вспомнил. Ой. Тоже как-то, вот когда зона, да? Там сидел, один мужчина сидел. Где? Зона. Ну там, знаете, за что сидели? За убийство. Он там же дают как пожизненное, ну типа того. И там сидел один мужчина, он как называется, типа как вор в законе. Ну шишка большая очень. И к нему повесить приходило, кого арестовать, кого нет. Он же говорил, все. Он же такой. И какая штука? Он сидит, жжет. Кровать такая, да? Знаешь, что здесь, смотри, кровать, две кровати вместе, две кровати сидели вместе. Вот. А там же как шконки, одеяло, все такое. И все убрали. И потом, что ему такую штуку поселили такую. Он же, ну так, ноги так, крестиком такое. Воин чефир, вот. Ну, не курил, а он вообще не курил. Василий пьет чефир. И приходит ему начальник зоны. Вот там. Типа как майор, типа того подходит, ну два майора, и спрашивают, того, кого арестовать, кого нет. Он того, короче. Вот так. В тюрьме такая штука, и то спрашивают. Вот не знаю я. Вот так оно получается. Нормально, мне очень понравилось. Потом еще смотрел, сейчас еще скажу одну штуку.
Ох, яблоко холодное. У тебя холодное яблоко, да? У меня тоже холодное. Слушай, а вот это-то? О, нож большой, я таким ножом не привык еще, Эрик. Джон! Я таким ножом не привычен, честно говоря. А вот это-то был боксером, да, раньше был-то. Ну, сам был украинец-то. Кличко. А, Кличко. Ну, сейчас же не боксер, да? Уже ушел, да, или как? Вот эти мне... Она... Был украинец, а сейчас он кем стал? Нет, украинцем. Ну, раньше был боксером, да. Он накачивал, он здоровый парень. У него удар был. Ой, он еще был здоровый парень был такой. Украинец. И там мафию стреляют. И он там оказался. Знаете, прибьют его, а она тебе говорит, он сейчас говорит, уже ушел с бокса. И он там, какие там президенты по того выбился, короче. Взяли, выбился, он прошел. А у него жена же, дочка же есть, все, там дети у него есть. Пробился он, короче, сейчас вот там. Вот так вот. А ты когда покажешь бой, и вот, видишь, он бился. Вот он мужика там, как дал пару раз, тот аж... И все, победил, короче, он. А там еще этот ведущий говорит, он говорит, очень сильный мужчина, он накачан, он здоровый парень. Вот так. С ним взяться как бесполезно. Дай мне бумагу тоже. Я руки вытру. Вау. Вау. Спасибо. У меня тут расплавилось и там как бы нормально сейчас. Дырка там внутри закрылась. Видишь, у меня, видишь? У тебя так же, да? Ну так же, ага. Что так, неплохие свечечки получились. Классно, да? Ну, тоже раньше красиво сделано и все четко. А эти вот, которые такие, ну, магазины, они бывают, избушку натопишь, и они, ну, жарко становятся, и они гнутся потом. А-а-а. А видишь, она толстая. Ну, она вряд ли, она не согнется уже. А этот, помнишь, мы с тобой YouTube смотрели там про бизнесы, там какой тебе понравился? Про бизнесы, парень там, про бизнес рассказывал. Какой тебе бизнес? Ну, второй, по-моему. А? Второй. Какой второй? Ну, второй фильм. Так а что там, суть-то расскажи зрителям. Да я уже не помню, только забыл уже. Что там за бизнесы были? Я уже не помню, плохо помню. Ну там много он историй там всяких про бизнесы рассказывал. Прикольно. Про этот я смотрел, про историю, как это. Ой, холодное. Я тоже жую. Я хочу понять, как кусаю я. У него там знакомый был, или друг, или кто, ну, в общем, у него был этот ксерокс, тот это, копированием занимался. И ему надо было уехать, в общем. Он ему предложил этот бизнес продать за 100 тысяч. Тот говорит, ну, у меня денег таких нету, не могу я. А вот, ну, к этому он предложил, там жена, ну, как бы, деньги тоже нужны. Ну, жена говорит, да, надо было бы купить, но денег нет. А тот уже уезжает, и ему отдал за 30 тысяч. Этот вот ксерокс, это все это. Ух ты. Ну, они, короче, это... Что-то там занимались, у них дело не шло, нифига там. Ну, заработков мало очень. А потом там закон вышел этот, букву Ш,
в машинах этот знак ставить, где шипы. Ну, если машина с шипами, ты треугольничек и вот этот должен сзади ставить. Вот. Ну, он говорит, а что я буду покупать, я могу сам у себя на оборудовании напечатать. Ну, он, короче, напечатал, наклеил на свою машину, сосед подходит потом, говорит, о, а где ты такую взял классную такую? Да? Ну, за сколько? Ну, тот как бы не дурак этот, ну, прикинулся типа дурачком, да там купил. Вот, ну, на тебе, что-то он 400 рублей ему что ли дал, мне пару штук купишь. Ну, он взял у него это, и, ну, понял, что спросом будет пользоваться. Набрал этой ленты, самоклейки, напечатал этих знаков и поехал там к одному мужику. А он эти знаки продает по 150 или по 100. Не, по 150 вроде бы. Но большие вот эти вот. А у этого мужичка такие маленькие, аккуратненькие такие. Он говорит, ну, можно это разместить? Ну, ладно, хорошо, размещай. И, ну, мои девочки будут продавать, но твои будут за 50, короче. Ну, дешевле. Ну, они у него разлетелись. Этот на следующий день ему звонит. Говорит, еще вези давай. Ну, и как бы все это подперло. И они в итоге на этом заработали 3 миллиона. 3 миллиона? Да. Ну, а потом они там он начал развивать. Ну, это как бы вот с чего у него начал, попер бизнес у него вообще. С чего попер вообще. Он там рассказывал про перекупщиков в Москве. Как бы на одной стороне Москвы там картошка по 100, там на другой, ну, дороже, там дешевле. Ну, или какие-нибудь вещи там, не знаешь. И перекупом в больших объемах, ну, выгодно заниматься. Да? Как бы дешевле где-то купил, да, большой объем. Там продал подороже, и у тебя разница бывает в 20 тысяч, 30 тысяч, а бывает даже в 150, 200 тысяч. Ты просто перепродал, получается. Нормально. Нормально получается. Так, проверяем, там запись-то идет. А то, может быть, мы уже потеряли своих зрителей. Нет, Грибобас, они с нами еще пока. С нами, да? Да. Вот отлично, Жанна, я с ними играю. Браво, браво. Брависсимо. А ты же все эти истории, или ты не слушал, мы тогда смотрели с тобой? Там уж много роликов смотрели. Много роликов. Я же не помню. Получаешь, да? Браво. Грибобас о Луне думал, да? Шучу я, шучу. Луна, луна, цветы, цветы, и Грибобас идет с колбасой, да? Идет с колбасой. Спасибо. Да, по ногам дует вообще. А еще эти штаны сырые. И вообще сразу ноги, кажется, же мерзнут. Ну, сейчас печку-то натопим. Она уже погасла почти. Продукты-то не должны замерзнуть. Сейчас немножечко еще колбаски добью, этот кусочек немножко. Давай. Ну, вот это на завтра, да? Там у нас еще на завтра баночка икры. Это как ее называется. Икра судака есть, небольшая баночка. Потом есть этот... маслины есть у нас. Ну, печенье мы не съедим, все. Ну, хлеб есть. Да. Яблоки еще. Халвы еще кушаю. Все правильно. Кстати, ночью мышки бывают, бегают. Да? Нормально.
Ну, можно скажу, когда-то, мы иконы скажу, когда-то, расскажу. Это был прикол, знаете, я смеялся, до потери пульса. Я, короче, когда захожу в комнату, Джапар, я сплю ночью, да, утром сплю, мне сон так надо около 10 утра. Ну, уже почти просыпаюсь. А Джапар, он, короче, а там же как дверка, она немного, стенка-то идет, она нормальная. А дверка, она немного так выше, и так закругляется, там место небольшое есть. Вот. А там защелка, она же плохая, плохо держит, короче. Там надо щель убирать делать, да. И, короче, как, он лег, значит, сделал Джон, мне что понравилось. Лапы топырил и зубами кусает. И громко так, я удивился. Хрящ, хрящ. Я вон проснулся, я Джафар. Вот раз, это потом смотрел, и опять. Вот. Я встал, перекрестился, подошел, и он не ушел, сидит, и смотрит так внимательно. Я дверь крыл, он встал, так смотрим, и так мяу. Я посмотрел, а что с ним делать-то? Я Джафар, раз, Вин подошла. И что, Джон, я удивился. Вин подошла, ну, кошка. И спину поставил так, раз, так, спину, чтобы ее погнали, короче, и стоит. И подбегает качонок, летает. Ну, такой, весь рыженький, белый, такой рыженький, скажем, белый такой. Давай меня кусать. Тебя? За ногу. А я же босиком, а то в тапочке был. И меня кусают, ну так, шутка. Я раз, он говорит, как царапнул. И боль мне, царапка была большая. За ногой. И распорол мне кожу. А там же как такие маленькие, ноги как называются, как говорится, царапки, они же загнули как такие. И больно было. Так ушел, короче, я самый. Вот такая штука была. На днях, вчера, да, тоже захожу в комнату, фильм опять, Джафара глажу, Джафар хороший, и опять подошла, опять раз, и спину поставляет, короче, мур-мур и спину поставляет. Вот так хорошо все, мне понравилось, отлично было, красивенько. Ой. Я захожу, и смотрю, Джафар лежит, и этот, ну, ему нравятся тапки, и, ну, и вот этот тапок этот обнял. И кусает тапок, ногу мне кусает, царапает. А эти уже котята на подоконник прыгают с этого, с домика на подоконник прям прыгают. Прыгают. Я не знаю, все нет? Нет, двое я видал, прыгали. Вот один как Джафар, а второй такой рыженький такой. Прыгает прям с домика, короче, прыгает, а там стоит такой-то. Прыгает прям туда, я как так? И там везде стало, просто прям, и прям запрыгивали, короче. Нормально. А там у нас еще стенка такая. Скажи, ага. И там этот, ну, типа ковровое покрытие такое. Они же прям до верха там лазят. Ага. То есть они как бы физически хорошо развиваются. Лазят, да, там. Да. Вниз, вверх, да. Ой. В чай. Прям чай. Ну, за мной, наверное, как. Все потеплее было. Так есть. Отлично, Джон. Браво. Hero. А чем доставать ее? Ложкой или чем? Красиво получается. Через колбасы. Печка затихла, да? Она почти погасла. Да? Угу. Ну, я сейчас подкину. Иди подкину, ага, да, Миша. Сейчас закончим видео. Угу. Мы, в принципе, уже доели. Да. Это у нас был рождественский ужин. Угу. Завтра уже 8 число. Угу. Сейчас уже 12 час пошел. 11:17. Ну, 23:17 по Москве. Угу. У нас Московск, мы живем по московскому времени. Еще раз вас с Рождеством Христовым, да хранит всех Господь, ангела-хранителя всем. Всего самого лучшего. А вот так, а вот в Воркуте, а там какое время, не знаешь ты в Воркуте? Тоже московское. Московское, да? Все, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Там еще, может, ну, что-то такое, моментики будем снимать дальше. А я пока отключаюсь. Надо будет, сейчас вот избушку будем, обкопаем ее, засыпем снегом, чтобы снизу не дуло. Вот. Восьмое января. Уже вечереет. Темнеет рано. Сейчас время по Москве. 13:42.
Там еще елки есть. Далеко топать. Там 5-6. Вот таких вот ел росло. Попробуй еще смотри, принесу елки. Елки хорошие, все уже. Вот. Эдик, сюда тупая. Это же плохо сюда. Оставили пару свечек. Ну, возможно, они еще останутся. Мы сами придем и сами же будем еще их зажигать для света. Ну, в принципе, свечки. Вот это как-то более лучше работало. А, не, вот это ночью потухло, да, или когда она? Да. Под утро потухло? Под утро потухла она. Вот когда очищаешь вот это, она хорошо горела. А это не потухало вообще. Ну, тоже она вовнутрь как-то прогорела. Ну, как? Вот эти Джон. Стенки я обрезал, вот стенки. А, молодец. А то знаешь, что было? Большая проясь. И пиди там же внутри горел. А-а-а. Вот. И такое маленькое-маленькое пламя было, короче. И плавала жидкость, было много жидкого. Вот, что было. Дров вот оставили, здесь дрова оставили, потом... Вот еще елка сухая, дрова. То есть на растопку есть дрова. Ну а мы домой. Спасибо этому дому, отдохнули. Я выспался с печечкой в тепле. На свежем воздухе. Все уже темно опять. А мы пошли за дому. Всем счастливенько. Спасибо за внимание. Всем пока. Сейчас опять та же самая темень будет. Ильба, скажи всем пока. Давай. Всем пока. Счастливенько. Споки-ноки. Споки-ноки. Не, ну мало ли кто там на ночь глядя смотрел. Все правильно. Там что, упал, что ли? Ну, я на мозоле встал. Левая мозоль.